У-тю-тю. У-тю-тю-тю. Секундочку. У-тю-тю-тю-тю. А если животик? А, о, как приятно урчит. Так, что ты говоришь? Ты хочешь, чтобы добрые руки поскорее тебя забрали из нашего сейфа? Поверьте, мечтам суждено сбыться, ведь в лотереях от 100 лото много удачи. Обогатиться может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше этих упитышей, достаточно купить билет в одну из игр. Русское лото, забава от русского лото и спорт лото 4 из 20. В мобильном приложении Солото или на сайте, это в интернете. К слову, призов у нас накопилось немало. В этом выпуске вас ждут. Главный приз – 1 780 000 рублей. Два приза по 1 000 000 бонусов, а еще 1 000 000 рублей и 1 000 000 бонусов, которые разбросаны по нашим ячейкам в различных номиналах. Это славно. Везет же людям. И, конечно, чтобы нам трудиться поменьше, я пригласил мой особнячелло особенных гостей. Итак, вот они, любимцы судьбы, внеземная Тося Чайкина. Попелс, 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 Тося. У-ла-ла-ла-ла. Сногсшибательная Марина Федунгив. Марина Федуду. Здравствуйте, здравствуйте. Уморительный, одним словом. А ну, а если двумя? Магомед Муртазалиев, пожалуйста, Магомед. У-ла-ла-ла-ла-ла-ла, какой уютный. А, наш фиолетовый ансамбль. Настоящий. Здравствуйте, боже мой, боже мой. Призы, которые сегодня выиграют звезды, мы разыграем среди всех купивших билеты в приложении Столото и на сайты. А результат мы объявим в группе ВКонтакте и на сайте проекта. Не пропусти! Привет, как дела? Тося, начнем с тебя. Первый вопрос, в чем отбеливаешь? Ладно, неважно. Марина, как часто к тебе обращается Марина Федуду? Федуду? Федуду. Только Федуду. Ты. Ну что же, любимчик судьбы уже в деле. Мага! Сейчас будешь подкалывать меня, не хочу слышать этого. Здравствуй, Мага. Блин, подколол. Вот так-то. Как я рад вас видеть. Вы классные. Вы замечательные. Почти что триколор. Окей, так мы называем нашу команду. Вы уже настроены на удачу? Как у вас много удачных ситуаций в жизни? Было ли что-то такое яркое за последний момент? За последнее время? Чтобы да, такая, бам, это удача. Я приехал, я вызвал сюда такси. Так. Комфорт, а приехал комфорт плюс, сказали. Это удача? Удача, я это почувствовал. Это удача? Это не 1 780 000, но это комфорт. Это удача. Это удача. Ну, это удача. Настолько? Это удача. Это удача. А где у тебя рубильник есть, чтобы тебя вышло? Итак, специально для наших удачливых гостей мы приготовили массу увлекательных испытаний. Они будут корчиться, мы будем корчиться от смеха. Вау, вот такой план. Меня зовут Борис Обинга, и я заправляю здесь всем. Специально для наших гостей мы улучшили наши сейфы, чтобы им было не так легко получить 1 000 000, а то и другой. А то и 1 780 000. Окей. Итак, распределение просто наших... Просто трусики, наверное, заело, да? Он настолько богатый, что... Я Борис Обинго, я могу быть и без них. Вы знаете, богатство и удача добавляют легкости. Это у тебя... Попробуйте. У тебя просто обувь еще дышит чуть-чуть. Не-не-не, у меня... Попробуйте. У меня весна-осень, у меня уже утепленный вариант. У меня как бы туда уже ничего. А, блестящее термобелье. Понимаю, понимаю. Мага, попробуйте вы. Опа. Уже удача. Тося, а в шпагатике? Нет, а нет, нет, ладно, хорошо. Но у нас будет зеркальный пол. Это небольшая подсказка. Ага, пора расчехлять и распределять наши комнаты. И в этом мне поможет
похитительница сердец миллионеров, официальное лицо слова «Вау!» Восьмое сексуальное чудо света – моя Кнопонесса! Какая женщина! Какая шуба! Да. Итак, когда рядом с нами Кнопонесса, всегда хочется жамкать. Поэтому у нас есть специальная кнопочка для жамкания. Главное... А мы все должны сейчас жамкать, да? Нет, у кого со зрением хреново, главное не перепутать, куда жамкнуть. Да. Не пережамкнуть. Тося, жамкать. У тебя было? Ну что ж, поздравляем, Тося, ваша комната забава. Вау, 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 вау. Я думала, основная забава здесь. Вау. А нет. Вау. Интрига. Она там Марине Фидуду. Жамкайте. Кстати, одну секундочку. Ваши инициалы. Марина Федункив. Жамкайте. Это вообще-то дедушки нормашка. Это фартовая. Окей. Кстати, привезли в тюрьму. Хочу это видеть. Чуть-чуть отойдите. Давайте. Давай. Да. О-хо-хо-хо! Ну, то, что надо, то, что надо. Ожидание, томительное ожидание. Томительное ожидание. Марина Федуду, поздравляем. Вам выпадает русское лото. Браво. Браво. Обожаю этот вкус курочки. Итак, мага. Ко мне обращается ваша. Мага. Да. Тебе придется. Выбор очевиден, но все-таки для интереса пожамкайте. Может, я все-таки забава, да? Вполне возможно. А я сейчас нажму, нигде слив не сработает в стране сейчас. Ну, какой-то убор. Только денежный дождь. Ладно, давайте. Все, я готов. Мага. Раз, два, три. Что же там будет? Вот это интрига. Обожаем этот момент. Что же выпадет магии, интересно? Мага, это удивительно, но тебе выпадает спортлото. Да, почти что. Почти что спортлото. 4 из 20. Браво, 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 браво. Молодец. Спасибо большое. Но все-таки. Мага, поздравляю. Мага, поздравляю. Тихо. Все, ну мы определились. Кнопонесса, возвращайтесь, пожалуйста, обратно в джакузи. Там за дверьми вас ждут два этапа. Кто же скажет, что один из Твери и зла немерено? Никто? Окей, хорошо. Первый этап – это лотерея, а второй этап – это испытание. Немножко опасное, вызывающее легкий стыд, словно торт со стриптизером от родной бабушки. Чем успешнее прошли, тем больше вы зарабатываете секунд. В финале за выигранное время вы открываете сейфы, чтобы заполучить выигрыш и отдать его людям. Зрителям, да, абсолютно верно, молодец. Кто же нас смотрит, да? Тося, молодец, лучше, Тося, ну лучше. Ну кто тут смотрит? Молодец, все, Тосенька, кто нас молодец, смотрит, Тося. Они выиграют деньги, которые мы сегодня выиграем, да? Да. Ахмед, Мага, Тагир, не переключайтесь. Ведь вы в интернете. Окей, мы идем дальше. Мага, да. Мы хотим с тобой попрощаться. Куда? Я только приехал, Владимир. Дайте поучаствовать, дайте шанс. Борисон. Борис Бинго. Да, Борисон Бинго, напоминаю вам. Еще напоминаю, что вас ждет комната Спортлото 4 из 20, и мы все вместе споем вам песню победителя. Тогда просто удачи. Пока. Уже? Уже. Поддержка? Давай, удачи. Спасибо большое. Там, конечно же, не выиграть Ладу Приору, но ты старайся. Ладно, удачи, ты лучший. Зрители, смотрите меня, я сейчас буду для вас же это все там мучиться и зарабатывать все. Мутить. Великолепно. Спортлото 4 на 20. Вот именно. В скобках 2x. Абсолютно верно.
Бонго! Я на месте! Я Борис О'Бинго. Но это хорошо. Борис Бинго-Бонго. Все. Мага, с тобой мы будем играть в спорт лото 4 из 20. Как на свадьбе прям. Слушай правила. Перед тобой появятся два поля с цифрами от 1 до 20. Это правило? Отметь по 4 числа на каждом. 4 числа каждого поля. Минута за все угаданные числа. Далее секунды распределяются в соответствии с этой таблицей. Вижу, ты все понимаешь, и это славно. Итак, поехали, называй цифры от 1 до 20. По глазам просто. Блин, цифры. И, пожалуйста, если они рифмуются, это здорово, но если ты сможешь еще и объяснить, почему ты их выбираешь... Товарищ ведущий. Борис О'Бинго на связи. Борис О'Бинго. Yeah. Тут такой момент. Да. В школе, когда цифры проходили, я болел. Можно поменять задание? Можешь пропивать цвета. Так, ладно, все, я готов. Так, от 1 до 20. Есть. Я выбираю цифру 7. Знаете почему? Потому что это топорик. Да нам пофиг, выбирай. Нет, это, ну это цифра, это под этим номером играет Криштиану Рональдо. Отличная понимаете? Цифра. Бау. Какая с тобой связь? Бау. Я не понимаю просто. Со мной? Я его лайкаю в социальных сетях. Мага, а ты знаешь, что со мной находятся девчонки? Одну зовут Фортуна, а другую Удача. А еще со мной Тося и Марина. Давай. Так, вторая цифра. Так, выбираю цифру 9. А... Потому что другой мой любимый футболист играет под этим номером. Роналду, Зубастик. Так, выбираю, ладно, так уж и быть, цифра 4. Обожаем. Потому что я, сейчас скажу, с 5 по 9 класс на 4 маршрутке ездил в школу из дому. Ни разу не опоздал. Ты водил ее? Сколько зарабатывал? Нет таких цифр здесь. 4 зарабатывал я. Еще одну, давай. Так, возраст, когда я переехал в Москву. Так, давайте возраст, когда я получил права. Вот. Давайте. 12. Итак, Мага, блестящий выбор. Браво, браво. Да? Браво, брависсимо. Спасибо. Браво, спасибо. Браво. Теперь спасибо. Следующее. Еще четыре цифры. Да, еще нужно 4 цифры. Я не могу. Но я... уже в следующем отсеке. Слушай, моя жизнь меня так часто с цифрами не сталкивала, что у меня 4 события есть в жизни. Я думаю, так. Хватит. Слушай, а в каком месяце ты рожден? Точно не в... не такой во втором. Наводящий вопрос. Здесь нет тут этих букв. Понял. Август. Тогда такой вопрос. Ты рожден? Да. Хорошо. Это важно. Так, сейчас, подожди. Чисто я в творческом полете. Так, давай. Я выберу сейчас любую цифру. Есть. Допустим, 8. Вау. Это вау. Как раз 8 месяц, август, когда август. Ты родился. Поздравляем. Август, днем рождения. Да. Цифры только такой нет, с 8. Да, Марина, так. Какую ты букву, какую-то цифру, Марина, порекомендуешь? Марина. Вау. Когда вы влюбились первый раз? Возраст. Ну, ты понимаешь, тут архивы надо исторически поднимать. Мне много лет, чувак. На тех бумагах еще есть твердые знаки в конце букв. Ух ты, ять? Там есть ять где-то? А там даже есть папирус. Так, я волнуюсь. Ой, ужас. Тася! Папирусы, я же с ними сейчас в туалет хожу. Папирусы. Так, Мага, давай смелее. Так, давайте так. Удача, она требует, знаешь, такой спонтанности. Она может тебе помочь. Еще 3 цифры. Давай, поехали. 3 цифры еще. Да, так, есть. Давай, что-нибудь. Так, когда я переехал в Москву, давайте... 17. 17, отлично. Переезд в Москву, отлично. Когда меня обратно выгнали в Махачкалу. 18, давай. Очень хорошо. Отлично. Когда я сказал нет, все-таки я обратно перееду сюда и добьюсь успеха. Так. 2 раза можно 18? Можно. Но тогда у тебя есть еще возможность. Нет, все, я выбираю, знаете какую? Давай. Цифра 5. Почему? Потому что никогда мне в школе не ставили эту цифру. Никогда. Ты сам ее себе сейчас вырвал. Молодец, правильно. Если моя учительница... Мага лучший. Лучший, поздравляем. Этот приз не вам. Что же скажет нам генератор случайных чисел? В смысле? Прямо это... сейчас. Это будет какой-то, получается, лотерейный билет. 11. Подождите, смотрим.
Пока 11. Нет совпадений. 19. Почти. 19. Очень хорошо. 5. Очень хорошо. 3. Блин. 4 Мага, можно? Ты лучший. Лучший в непопадании. Но лучший. Лучший. 17. Да. Есть. 7. Почти. 7 есть. А, нет, в другом квадрате. 18. Да. Опа. Ой, нет, ура. Нет, есть. 5. 5. Есть. Как я удачно переехал в Москву и обратно, да? И был изгнан, изгнан. Мага, дорогой, поздравляем. Это было увлекательно. Всего 20 секунд. Это была самая яркая часть нашего шоу. Всем большое спасибо и до следующей недели. В смысле? Пока. Я за 20 секунд что успею? Стоп, 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 стоп. За 20 секунд можно успеть многое, спроси. Да ничего, ты два раза до 10 досчитаешь за 20 Итак, секунд. Итак, блин, слушай, бинго-бонго. А, блин, Борисо даже кофе бинго. Не разогреешь в микроволновке за 20 секунд. Давай минутку. Ну, постой, можно и попить еле тепленький. Айс-кофе? У тебя будет возможность заработать еще секунды, но в следующем конкурсе, который начнется прямо сейчас. Прямо сейчас? Прямо сейчас тебе пригодятся твои врожденные навыки водителя маршрутного транспорта. Это не прирожденные, это уже набранные по ходу жизни вообще. Приобретенные славно, это славно. Рассказывай, что же тебе предстоит сейчас делать. Владимир, бинго. Бинго. Боулинг, блин, кто ты? Борисо бинго. Борисо бинго. Абсолютно верно. Почему я, ты меня что, водителем троллейбуса? Ты когда говорил водительские навыки, что ты имел в виду? Рассказываю. Рассказываю, что же я имел в виду. Как видишь, мы сделали усовершенствованное баскетбольное кольцо, и твоя задача — ловить оранжевые мячи, которые будут вылетать из-за этой ширмы. Прикольно. Правильных мячей будет всего 6. За каждый мяч в твою сетку ты получаешь 10 секунд. Но будут ли другие какие-то предметы, спросите меня? Думаю, что будут да. Будут ли какие-нибудь другие предметы? Да. Например, кирпич, лакоблок, кусок железа. Удача подсказывает тебе верное направление, но ты узнаешь все сам. Поэтому мы начинаем. Подожди. Сначала я поймаю самое ценное на этой передаче. Смотри, ты видишь меня? Я не буду прыгать. Смотри. Опа. Опа. Понял? Блестяще. Я запутался. Вау. Запомни, главное, только мячи с логотипом 4 из 20 должны попадать в твое кольцо. Все 4. Остальные предметы не должны. Другие предметы отнимают секунды. Они отнимают твою удачу и жизнь. Но не время. Я но готов. Не время. Красиво выглядишь. Спасибо. Даже сейчас сзади. Мага пританцовывает блестяще. Мага и невод. Да. Ну что, Садко, расчехляемся. Поехали. Через 20 секунд начинаем. 20. Прекрати ты. 9. Ладно. Поехали прямо сейчас. Оп. Есть. Блестяще. Не надо. Не надо. Так, не надо. Оп. Есть. Опа. Опа. Ну-ка. Ну, хочу. Пытайся поймать все. Почему бы нет? Сюда может валиться все, что угодно. Ой, большое спасибо, кстати, Леброну Джеймсу за то, что помогает. Блин, рыба аппетит нам поднимает просто. Мага, этой... как у тебя со зрением? Сказали же только мячи, блин. Только, опа, ноу, ау, ноу, ноу и ау. Так, где да. И... и... Так, да почему ты не... Почему так ты не ловишь мячи? Ты чё, блин? Мага, от твоей удачи и от этих мячей зависят секунды. Да блин. Мага, ты выглядишь, как будто бы ты прямо сейчас отправляешься на нерест. Забери ее обратно. Ты уже готов свою икру выделять. Так он ее выделил. Мы видим сзади на штанишках. Мага, во-первых, то, что сейчас мы видим, это как будто бы большая проблема с лимфоузлами. Это раз, а два, давай же посчитаем, сколько шаров у тебя удалось получить. А без цифр не считаешь вообще? Что? Хотя бы за полсекунды без цифр можно считать? Без цифр, он сказал. Ты проиграл рот, мы не понимаем, а о чем ты говоришь?
Я устал. Это хорошо. Это очень тяжело, оказывается. Доставай, пожалуйста, правильные мячи. Как я тебе их достану? У меня руки в обруче. У нас есть аппарат Елизарова. Мы заносим. 4. Раз. Прекрасно. 4. Блестяще. 4. 20. Очень хорошо. 20. Это уже 4. Мяча. Считайте. 20. Да пускай он считает, так будет спокойнее. 24, еще одна. Так. Все, у меня было 2 четверки и 3 двадцатки. Ну что ж, поздравляем. Итого в сумме... 100. 50 секунд. 50-100. Наше шоу – это место для эксцентричных миллионеров, но не место для торга. Поэтому 50 секунд. Магомед Муртазалиев. Ладно, ладно. Все вы богачи такие жадные, я знаю. Я привыкла, что ты за меня это делаешь. Все вы жадные на время. Возвращайся. За 2 конкурса ты заработал. А сколько? Мы тебе повторим, когда ты вернешься. Я знаю. 100, ты сказал. 100 плюс 20. Студия. Плюс рыба. Мага, браво, браво. Лучший. Как тебе хорошо с этим кольцом и с этими мечами. Это барсетка. Итак, в первом испытании ты заработал 20 секунд. Не может быть такого. Во втором. А, первый, да. Ты заработал... 68. 50. Да как 50? Итого. И толстовку 50 отжал, плюс 20 это... Ты мало, смотри. 70 секунд. Абсолютно верно. 70 секунд. Мага, поздравляем. Плюс еще и освежил знания в цифрах. Фантастика, это бесплатно. Он обманщик. Ты вспотел. Он обманывает. Это было испытание для Магомеда Муртазалиева. Это было блестяще, ярко. Мощно. А теперь мы отправляем Тосю Чайкину. Но вначале я хочу спросить, как вы думаете, где я храню наши выигрыши и свою удачу? В каком кармане? В левом или в правом? Ты в ремень их вложил все? Ну, типа, купил ремень? Почти что. Небольшая подсказка. У моих карманов есть подкладка, так что не волнуйтесь, можно вытащить удачу. Так мы уже не угадываем, просто надо... Тебе почесать где-то или что? Абсолютно верно. Ну что же, удача подсказала Марине правильное направление. Но сейчас все-таки очередь Тоси Чайкиной, поэтому Тосю мы отправляем совсем скоро. Тося, мы знаем, что ты могла стать оперной певицей. Но я ей не стала. Но ты могла бы еще стать профессиональной разжигательницей мангалов, ведь у тебя прекрасная дыхалка. Это, кстати, я умею, реально. Тебе это пригодится. Я реально на угли дую, и прям все хорошо горит. Это хорошо. Серьезно? В таком случае тебе это пригодится прямо сейчас. Мы отправляем Тосю Чайкину. У нас там особенная атмосфера в нашей комнате. Забава. Потому что там... Обниму тебя, давай. У Тоси кардиостимулятор выпал. О-ла-ла. Врача. Врача или звуковика, кого угодно. Я могу сделать. Да. Нет, звука не надо, я же без трусов. А мы эту тайну хранили так долго, человек, который... Будьте добры. Сначала про нами сказали. Лёш, помоги. Громко в микрофон. Я без трусов. А почему трусы на Лёше? Кстати. А на тебе? А это как мне объяснить? Вот он. Ну, то есть, ну я понимаю, почему ты их сняла все-таки, да. На Лёше они знаешь, смотрятся как-то интереснее. Потому что зеркальный пол. Да верни, сколько мужчин пришло на площадку смотреть. Да. Я никогда сейчас после твоего громкого заявления. Спасибо. Итак, прямо сейчас мы отправляем Тосю. Тосю Сигал. В переводе Чайкина. А у тебя есть твоя комната, называется она «Забава», и там будет интеллектуальное задание от нашей электробэйби, от нашего хамоватого пейджера. Ее зовут
забава. Ого. Погнали, ты разберешься. Можно удачи тебе пожелаю? Дай обниму. Давай. Запихивай в кольцо. Смотри, запихивай подожди, в кольцо. Не уходи, у меня есть тебе на удачу кое-что. А зачем вы? Пиги-пиги. Да, тебе на удачу. Иди, не волнуйся, счастливо. Она кошерная. Мы обруч... тебе свинью, не надо. Сохрани ее. Да у меня есть отдельный еще один. Слэм-да. Тося, удачи тебе. Удачи. Удачи. Давай, удачи. Удачи тебе, Тося. Тося, удачи тебе. Тося, удачи тебе. Там же не сложно будет. Там будет очень сложно, возможно. Я хочу, чтобы люди выиграли. Я не смогу комментировать, у меня рука не дотягивается. Тося, удачи тебе. Удачи. Пока. Не пиши, не звони лишний раз. Ти-чи. Тося Чайкина. Тося, привет. Опа. Я Забава, искусственный интеллект. И мои алгоритмы распознают тебя, как Рапунцель на минималках. Привет, Забава. Что же сейчас будет? Мне Всё не терпится нормально? Узнать. Ты не обиделась? Или прям в сердце бахнули стрелы? Конечно же, в сердце бахнули стрелы. Что ты мне скажешь еще? Ну, тогда переходим к правилам. Прибавь громкость и слушай внимательно. Перед тобой появится поле с числами. Выбери 12 из них. Угадаешь 12 или ни одного, получишь 60 секунд в сейфе. Далее Хорошо. Секунды распределятся в соответствии с вот этой таблицей. Вижу по глазам, что все понятно. Да, Забава. Ты готова делать выбор? Я готова делать выбор. Тогда поехали. Перед тобой поле. Выбери 12 чисел. Моя помощь нужна? Моя помощь нужна? Мы помогаем тебе, мы все вместе помогаем тебе. Выбирай цифры, когда я выбираю, вернулся из Москвы. 4. Я выбираю 10. Тося, а сколько нот ты используешь для написания своих песен? Сколько нот? Да. 4. 7. А какую цифру выберешь ты? Я выбираю число 7. Тобой невозможно манипулировать. Это как, классно. Это как Криштиану Рональду. Он играет под этим номером. Молодец. Так, что же еще выбрать? Давайте выберем число 24. А сколько у него цифр можно выбрать? 24. А это знаете, что такое? 24? Я не помню свои 24 года. Это сутки. Но вот я выберу эту цифру зато. 24, прекрасно. Давайте выберем еще... Одну секундочку, Тося, одну секундочку. Я смотрю на Марину, и у нее есть два глаза. Вот такая особенность. Тося, а сколько у тебя песен в альбоме? В каком из? Опа. Ну вот, ну я, правда, не все, конечно. А сколько альбомов у тебя? А сколько у тебя альбомов, да? Ну, два. Какую цифру выберешь? А школьный ты посчитала? Там 10 и 11 песен было. Одиабельский. А с гербариями? Тось, тащи сама, мы помогаем как можем. Тащу, пусть будет цифра 14. Я еще одно число могу выбрать, да? 12 же вроде. Или тебе нужно выбрать 12. 12. Я выбираю 5. Я скажу, когда будет 12. Я выбираю число 5. Число 5, почему? Потому что 1 плюс 4 будет 5. Ну что же, динамику мы более-менее уловили. Хорошо, идем дальше. Смотри, это не четкая математика, если что. Я понимаю, я делаю абсолютно рандомные вещи, и мне нравится. О, это хорошо. Я выбираю число... Пусть будет 21. 21. Тося, может быть, есть какое-то счастливое число на вашей планете? Оно было первым, это оно 4. Было четвертым, да. Вообще 4 и 7, они всегда меня преследуют. Да. А знаешь, какая цифра преследует меня? Какая? А, я думал, ты знаешь. Давай. Тося, теперь и я буду тебя преследовать только. Ну давай, давай я попробую назвать твою любимую цифру. И это цифра 12. Вау, это очень близко. Так, может быть... Еще 4 числа. Еще 4.
Марина, брось мне, пожалуйста, микрофон. А попроси интеллект включить пылесос. Она же интеллект. Забава, ты можешь включить пылесос? Вот. Я могу выключить микрофон Магомеду. А у этого искусственного интеллекта еще и агрессия. И легкое хамство, она да. Развивается. За это мы ее и полюбили. Ты знаешь искусственный интеллект? То есть, потом попросить не торопись. Прощения придется. У меня очень много времени. А у меня немного. Я умру, в отличие от тебя. С семьей. Картавой. Я тебя найду. Тося, выбирай. Забава. Я выбираю число 17. Осталось всего 3 числа. И примерно час времени. А почему, то есть 17, мне вот тоже интересно, по какому ты принципу это все выбираешь? А мне нравится это число, потому что в 17 лет я начала писать песни. Ух ты! По-моему, так поздно. Тось, это, если что, не морской бой у тебя сейчас идет. Я знаю. Тося, напоминаем, у тебя еще 3 числа, и ты сумеешь выбраться из логова картавых. Удачи тебе, давай. Спасибо. Я выбираю число 3. Вау. Я выбираю число... Хамид картавый. 3. 3. 4. 4. Было 4. И 9. Было впервые. 9. Добей ее, Тось. Так, я выбираю число 20. 20. Да там нету буквы «Р». Ну... Спасибо, ты, Тося. Ты? Тося, ты должна сражаться с ними. И финальное число. Да. Я выбираю число номер 1. 1. Очень хорошо. Число номер 1. Выбор сделан. У тебя как будто в Тетрис, смотри, ты как будто собирала, плохо собрала все элементы Тетриса. Тося Чайкина сделала свой выбор. Теперь в игру вступает генератор случайных чисел. Да. А что такое генегатор? 13. Есть. Это что-то... 2. Отлично. Отлично. 7. Есть. Есть. 19. Ах. 8. Почти. А можно менять сейчас цифры? 15. Да блин, это специально. На деньги давайте сразу менять. 22. Да это специально, блин. Мы хотим деньги, не деньги. Ой, меняй на деньги, Тося. Сразу на 18. 21. Ну, так. Ну, хоть что-то. Это мелочевки, конечно. 23. Отлично. 23. Это специально так 6. Сделали. Очень хорошо. Тося, называйте слово. Это... Тося, ты отгадала 2 числа. А это 20 секунд. Самый ужасный. А если бы твои друзья меня не обижали, было бы больше. Тося, это еще не все испытание. Тося, ты заработал уже целых 20 секунд. Казалось бы, куда еще? Но так как это самый слабый результат за всю историю нашего шоу, у тебя есть возможность поучаствовать в следующем испытании. Что же это будет? Интересно ли вам? Ну, а? Да, хорошо, рассказываю. Мне уже не терпится. Наш ведущий прав. У тебя будет еще возможность заработать немного секунд. Второе задание для Тоси. Хорошо, что ты уже в шлеме. Кстати, не знаю, комплимент это или нет, но тебе очень идет и красиво. Спасибо, Забава. Во-первых, как вы понимаете, по костюму Тоси Чайкиной мы гонимся из-за молодежной аудитории, поэтому у нас незаконнорожденный ребенок телепузиков, это раз. А два, перед вами один из самых печальных комариков. Смотри. Перед тобой головоломка, которую нужно пройти, не задев кольцом. На трассе 6 остановок. Как только ты достигнешь одной из них, нужно замереть. И я попрошу тебя назвать 3 чего-то. Например, 3 песни Димы Билана. На ответ дается 6 секунд. Не успела? Едем дальше. Справилась? Заработала плюс 10 секунд в сейфе. На все про все у тебя 3 минуты. А, Забава, а что будет, если я случайно задену? Придется начать заново. Блин. Окей. Постойте, постойте, дайте нам кое-что прокомментировать. Во-первых, для этого испытания мы взяли кардиограмму Марины Федункив. Покажите, пожалуйста, ее еще раз. Неправда, это след от моих заносов. Я вот так домой заезжал. Это моя карьера. Ребят. С какой стороны, где начало? Тося Чайкина, рекомендуем тебе проходить классно и элитно. Это поможет тебе заработать драгоценные секунды. Тось, ты как? К испытанию готова?
Ты. Я готова. Верно. Ну, отлично, готовься и стартуем. На счет три. Такой цифры нет, ты гей. Раз, два, три. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, молодец, молодец. Какой, блин. Ты смотри. Окулист-неудачник. Аккуратней, аккуратней, двигайся. Как будто мы в каком-то арт-хаусном фильме находимся. Стоп. Назови трех телепузиков. Тинки, Винки. Направление в музыке есть такое. Свинки. Не успела. Едем дальше. Поп и ля-ля. Да. Точно. Почему? Я не... Ребят, вы мне подсказываете, если что. Конечно, напоминаем, конечно. Напоминаем, кардиограмма находится под электрическим током. Стоп. Будь аккуратней. Назови три способа приготовления картошки. То есть окислительная. Жареная, вареная, пареная. Засчитываю. Едем дальше. Пареная. Пареная. Слишком добрый наш искусственный интеллект. Ладно, хорошо, продолжаем. Три моих альбома. Вареная, вареная. Какой поворот. Тося, как здорово, что ты скрываешь свой шейный остеохондроз. Стоп. Задание со звездочкой. Назови три рифмы к Маркони. Маркони, негрони, шампиньоны. Три рифмы. Время кончилось. Едем дальше. Маркони, шампиньоны. Так его. Давай, 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 давай. Бинго. Назови три заклинания. Абракадабра. Абракадабра. Тумба-юмба. Авада. Да блин, ребята! Авада. Крипли-крапли-бумс. Крипли-крапли-бумс. Блин, я не могу дышать. Не успела. Едем дальше. Ребята, пожалуйста. Да мы за тебя. Мы за тебя, Тося. Стоп. Назови три музея. Эрмитаж, Русский музей и музей Пушкина. Молодец. Отлично. Едем молодец. Дальше. Молодец. Тося. 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 И назови три цвета, в которых нет в радуге. Черный. Чечевичный. Черный. Черный. Чечевичный, лангустовый. Серый. И акуловый. Серый. 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 И оранжевый. Время закончилось. Белый. Ты не успела. Белый. Заканчивай задание. Ты пока злишься на нас. Ты должен знать. Опа. Опа. Ну что? Я сдаюсь. А что было под напряжением, да? Вытащите меня. Тося, это... Конструкция достается тебе в я подарок. Я своего Джек Рассела так Слушай. Дома привязываю, что он не сгрыз ни хрена. Она... Это очень, я скажу, что это очень... Я же сюда пришел с баскетбольным кольцом. Иди, иди сюда. Иди сюда. Эй. Гениально, браво. Ребят, наш самый красивый кипятильник на свете. Тося Чайкина. Перекрикивал. Наша лучшая мишень для квиддича Тося Чайкина. Ты нам хватит самый интеллектуальный. И 10 секунд. Девочка самый, понимаешь? А почему ты говоришь как мага сейчас? А мы... Ты самый интеллектуальный девочка. Понимаешь? Красиво говоришь, слушай. Красиво говоришь. Выпьем. Умеешь сказать комплименты. Тося. Подводим итоги прямо сейчас. Одну секундочку, надо проверить, крепко ли держится. Мага, дерни изо всех сил. Что конкретно? Не, держится нормально. Я скажу, да. Один вопрос. Тося, тебе понравилось? Понял. Итак, ладно, рассказываю, какой итог. 20 секунд ты получаешь за конкурс номер уно. Первый раунд. За лотерею ты получаешь 20. За конкурс ты получаешь 20 секунд. Итого, Марина, 100. Есть время посчитать? 100, наверное. Абсолютно верно. 40 секунд получает Тося Чайкина. Ура. Браво. Ура. Браво. Ура. Захотелось немножечко так дать вот так. Ура. Крокодилья. Это, кстати, я не в обуви, я просто обварил стопы. Вот так вот делать должен. Но у меня все-таки есть еще и сила воли. Время отправиться на испытание. Да, конечно же, я. Марина Федунки.
Марина, отправляемся по традиции в комнату русского лото с помощью кувырка. Давай. Опа. Какого кувырка? Его, возможно, последнего, но кувырка. Давай, давай я сделаю кувырок, а ты пойдешь. Ты дурак, что ли? Да давай. Ну. Смотри. Нельзя, у тебя голова мягкая, тебе не надо так делать. Извини. У тебя что-то выпало. Что? Ну что же. Все, он уже потерял. Оказывается, родничок... За... Родничок не оказывается, родничок не зарос не только у меня. Родничок в ванне. Итак, нормально. Марина Федункив, позволь на удачу, я толкну тебя в спину. Давай. Давай. Удачи! Удачи тебе, Марина Федункив. Официальное лицо удачи. Я с вами, чувак. А что? Марина, Марина. Марина, Марина, пропущу. Пока. Чао. Осторожно, там ступеньки. И на выходе тоже. Мы за тебя. Пока еще за тебя. Мы за тебя, потому что ты за зрителей. Только поэтому мы за тебя. Так мы не за тебя. Марина. А так мы за тебя сильно. Выиграй для нас час. Итак, Марина Федункив, добро пожаловать на фестиваль хохломы. Мы все сделали специально под тебя. Займи, пожалуйста, свое место рядом с деревянными ложками. Там рядом лежит билет. Ну что, готовы? А там орехи, да. Грецкие. Марина Федункив. Так. Ты видишь два поля по 15 чисел. Да ни хрена я не вижу, я без очков. Во-первых, у тебя катаракта. Итак, еще разочек. Марина Федункив, ты увидишь два поля по 15 чисел. Зачеркивай совпадающие номера. За каждое совпавшее и зачеркнутое число плюс, ну сколько, абсолютно верно, плюс 2 секунды. Отлично, погнали, Марина Федункив. Мы оставим это вне наших обсуждений, этого мужчину. 33. Абсолютно верно. Марина, 33. Марина, ищи. Надо находить и зачеркивать. Хорошо, находи, хорошо. Зачеркивай. Марина, Марина, пожалуйста, между делом, посмотри, у него материал мешка не как у меня костюм. Посмотри. 72. Нет, у него не эко-кожа. Как-то 72. Скучно царю стало. Не царское это дело скучать, не так ли? Скоморохи, богатыри, айда сюда! И коня с собой прихватите! Мага твои приехали! Да, я среди них. Я один из них, Марина. Как в общаге на кухне, блин, какие студенты. Итак. Припатим в театре Надежды Бабкиной. 60! Скоморохи, повеселее! 44! Марина, держись! Марина, Марина, 87. Знаем, что у тебя есть черный пояс по нейтрализации странных 11. Ситуаций. Соберись. Марина, коня я узнал, потом поговорим 61. С ним. 61. 35. Вечером колбасу так. Принесу тебе из него. Так, 90. Марина, ты должна была сражаться со злом, а не примкнуть к нему. Царь, почему у тебя ускоряетесь? 28. 28, отлично. Почему царь ускоряется? Почему у коня на ногах? 57. Эфирное время нынче дорогое. 52. Наступил внутрь. Мы в интернете, мы можем сутки вещать. Тогда поверь мне, хорошо. 47. 47. Марина, давай, мы верим 38. В тебя. 47. 47, 38. Вон там. 68, 62. Отлично. 62. Даже Комарохи, конь помогает тебе, 3. Понимаешь? Конь, поактивнее. 88. Я могу с ним пообщаться, чтобы он не мешал. 41. 8. Да не танцуй, блин. 78. 22. 50. Марина. Так, Марина, мы верим в тебя. Тося, нам нужна помощь для Марины. Марина. 13. Марина. Марина. Запомни. 48. Это не конь, это чонь. Марина, итак, ты находишься в студии 9. Одна. Если тебя что-то смущает, то 51. Мы принесем тебе медикаменты. 58. 74. Марина, ты уже стоишь 5 минут и смотришь в угол. 42. Царь начинает скучать, господа. Какой у нас 68. Активный конь, жеребец. Да. Активный 12. Конь. Да. 80. Что происходит? Это что за безумие? 21. 25. Так. Одна лошадиная сила вокруг тебя гоняет. 64. Хорошо.
29. А можно нам показать, пожалуйста... Коня. Скажи балалайщику, 53. Пусть шапку снимет. Пусть конь, слышит, сядь на шпагат. 53 прямо перед 53 тобой. 53 перед тобой. 52. Давай, Марина. Там все цифры перед ним. 16. 53 перед тобой. 63. Даже конь помог. 63, давай, Марина. 84. 84. Следуй тактике Таси, присоединяй цифры. 73. Я Тося. Тося, Тося, прости. 75. Тося и ее подруга Мога. Бося. 54. Тося, Бося. И, Тася и финальный бочонок 85. Ну-ка, 85. Да. Молодец. Да. Умничка. Теперь нам нужно посчитать числа. Марина, прояви свои навыки. Вот, считай по твоей тактике. Соединяй все. Марина Федункив или Марине Федудо. Сосчитай, пожалуйста, сколько цифр получилось. Сколько ты зачеркнула? Так, давайте. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. У тебя 13 цифр, 13 бочонков. Итого 26 секунд. Ведь 13 умножить на 2, Марина, это? Я не знаю, сколько сейчас. 26, абсолютно 73, верно, курс, да? Такой. Вот у нас конь считает... Ну, сколько раз перданул, столько, говорит, ты бочонков был. Какая. Коня обидели, коня. А что мне, что мне с вашего коня, блин? Марина, у нас для тебя есть еще подарок. Во-первых, как в фильме «Выживший», ты можешь в нем переночевать. Спасибо. Уже я почти это сделала, сейчас мы принесем тебе скальпель, но это не главное. Теперь у тебя есть возможность заполучить крейзи... бочонок. И еще больше времени ты сможешь получить на наше финальное испытание. Какие же интересные испытания мы для тебя приготовили в этом крейзи бочонке. Итак, рассказываю. Кощеевы яички, матрешка в трешке и укокошник. Тащи, что-то из этого тебе достанется. Пожалуйста. Пока думаешь, можно я скажу, конь, свои копыта убери от нее. О, спасибо большое. Тащи. Бери трешку, недвижимость всегда дорожает. Кощеевы яички. Я так и знала. Ну что же. Кощеевы яички. Продолжаем нашу историю о яичках. Кощея Бессмертного. Марина Федункив, сейчас опускаются все яйца Кощея. Тебе нужно постараться разбить все эти яйца с помощью вертушки и карате. Марина, вначале мы хотели ослепить тебя, но потом пришла другая идея. Попроще завязать тебе глаза. Это сейчас мы и сделаем. Завязать глаза? И дадим тебе в руки оружие против яиц Кощея. Я и так без очков, можно не завязывать. На каждое яйцо, Марина Федункив, у тебя есть 5 ударов. Попытайся разбить как можно больше и получишь на каждое яйцо по 10 секунд в сейфе. Сейф — это в переводе хранилище. А вы яйца не будете менять местами? Нет. Это дорого. И больно. Пожалуйста, вот так-то. Марина Федункив, сейчас ты получишь предмет, с помощью которого будешь колотить по яйцам. Пожалуйста, первый предмет. Первый предмет. Это ухват. Что ты держишь в руке? Ухват. Абсолютно верно, ты получаешь за правильный ответ 0 секунд. Браво. Прямо сейчас мы раскручиваем Марину Федункив. И отправляем на станцию метро «Теплый стан». У меня этот вестибулярка не к чертям собачьим, я вам скажу. Не волнуйся, в нашем шоу можно бегать. Крутите ее одновременно в две стороны, чтобы... Вот. Ну что же, наша веселая Ванга, поехали! Оп! Хорошо. Фильм «Слепая ярость». Так... Да, так, давайте будем помогать Марине, потому что без нас он не справится. Марина, немножко назад. Марина, они... Немножко назад. Вот, вот.
Целовать не надо. Хорош. Оу! Стоп, стоп, одну, стоп, 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 не убей, Марина, не убей. Меняем тебе прямо сейчас предмет. Спокойно забираю. Теперь это будет лазерный меч. Держи. Марина, меняем тебе предмет, потому что первый предмет ты уже сломала. Жалко, Марина, поехали. Для кофе. Большая. Давайте помогать Марине, потому что без нас она не справится. Вот здесь, да. И вот, близко. Вот, близко. Нет, близко. Да. Какой молодец. Да. Еще раз. Еще раз. Замахнись. Да. Замахнись. Бей. Да. Замахнись. Ты идеально бьешь мимо. Ой, опа. Хорошо. Все, хватит. Осторожно. Марина, ну... Выбивать тебе ковер я бы не позволил. Заменим оружие у Марины Федункив. Марина, стоп! Марина, пожалуйста, не убейте коня. Итак, следующий инструмент для Марины Федункив. Марина, на ощупь тебе нужно описать, что у тебя в руках. Тяжелый, нелегкий. Марина, я могу подсказать. Что это? Это лук без тетивы. Ну, так немножко проходим вперед. Так это ж коромысло. Раскручиваем. А с чем? А с чем оно? С ведрами, это логично. Что внутри? Это правда логично. Да. Молодец. Это правильный ответ. Помогайте, помогайте, ребят, давайте. Накидывай. Вперед. Накидывай. Марина, смотри. Закинули. Да, слушайте, ну они тяжеловаты, блин. Так, смотри, Марин, делаешь 3 шага вперед. И с левой стороны... Смелее, смелее. С левой. Раз. Да с левой. Два. Она знает, где лево? Лево. С другой слева. Стороны. Слева. Вот, а вот, давай. И бей, давай. Бей высоко. Нет, ты ушла. Да, ты ушла. Три. Давай, вот, давай. Прямо да. Перед еще тобой. Еще два удара. Да, давай. Четыре. Отлично. Осторожно, оператор. Еще. Еще он один. Летает. Он не упал. Марина, он летает. Он еще летает. Добей его. И... Вот. Пять! Смена оружия! Еще стоп! Раз. Стоп! Смена оружия! Все! Вот сейчас молодец! Красотка! Вот так отлично. Выглядит современный прекрасно. Феминизм! Молодец, Марина! Следующий предмет. Пожалуйста. Отбила все! Засчитано! Так, следующий предмет. Это что такое? Ну, что-то... Это какой-то валик, да? Это голову? Колбаса из коня, почти. Который бегал рядом. Это половик! Абсолютно верно! Марина Федункив отправляется в следующий... Ударный заход. Поехали, Марина. Мы помогаем тебе, Марина. И Тося, и Мага помогут тебе. Марина, Марина справа. Направо, направо. Справа, справа. Правее. Еще правее. Стоп, замри, стоп. Стоп, стоп. Замри, замри. А-а. Повернитесь и бейте. Правее, правее. Развернись направо, вот. Направо развернись. Вот, направо. Вот, направо. Все. Бери размах. Давай. Раз. Промахнулась. Мазила. Два. Промахнулась. Отлично. Бери замах. Еще. Она слева типа. Во, во, во. Ударяй, слева. Ударяй. Во. Ударяй! Подожди, секунды могу. Идут, Марина, секунды идут! Три! Да ну четыре! Во, молодец! Молодец! Смена оружия! Сейчас будет уже ружье, подожди, сейчас будет ружье. Пожалуйста. В эти, которых я приехала в Москву! Вот они, вот эти, в которых я в Москву приехала, точно. Так, смотри. Два шага вперед. Два шага вперед, два. Раз, два, еще два. Марина, сделай двойной удар. Они сейчас будут. Справа, справа. Справа и слева, бей как Брюс Ли. Хорош. Еще. Давай еще раз. Еще раз. Так. Бей. Да подожди ты. Бей. Три. Ну вот как? Бывает. Он тебе сделал больно? Еще один. Где он? Сейчас он. Прямо перед тобой. Подойдет. Вот перед он здесь. Тобой. Перед тобой. Жми. Давай, хлопай. Так можно... Конечно, четыре. Можно. Хлопай. Тебе да можно. Как один удар. Они же легкие. Хлопай, хлопай, Марина. Типа в волейболе, прыжок и, блин, подача. Меняем предмет, Марина. Меняем предмет. Ты зачем ее лапаешь, Марина? Да потому что это очень легкое, оно не сможет нанести такой удар, чтобы... Я один раз зубочисткой троих вырубил. Итак, Фаберже переворачивается в гробу. Мы продолжаем нашу игру. Марина Федункив, что ты держишь в руках? Расскажи, пожалуйста. Ну, понятно, балалайка, что. Правильно, это бас. Самый опасный музыкальный инструмент. Вот прям так и бейте. Прям перед тобой. Прям так и бейте, не меняйте. Да, и давай. Раз. Есть. Аккуратнее. Еще раз, сразу. Сразу. Прилетит. Сразу, где противоход. Уклон обычно не там, где нужно. Опа. Давай, Марина, давай. Марина. Давай. Два. Еще. Марин, уклон, уклон.
Конь, не мешайся. Острой частью, острой частью. Три. Есть, молодец. Марина Федункис. Осталось последнее яичко. И осталось два удара. Но у нас закончились предметы. Это последний предмет. И у тебя, Марина, всего лишь два удара, чтобы сразить яйцо Кощея. Давай. Один сохрани удар для ведущего. Вернешься, шлепнешь. Помогай, Конь. У тебя есть один удар. У меня остался один удар. Есть, есть, есть. Давайте, смелее, смелее сюда. Молодцы, молодцы, молодцы. Очень хорошо. Выходи с повязкой к нам. Мы все выходили в чем-то. Марина Федункив за это состязание, за этот конкурс получила целых 60 секунд. Поздравляем! И всего у Марины за испытание в русском лото 86 секунд для сейфа. Капец, это почти полчаса, блин. Это реально много. Итак, мы отправляемся в финал прямо... сейчас. О, ребят, спасибо. Марина! Марина! Чи-ду-ду, ай-яй-яй, какие вот тогда, удары. Какая техника. Это было круто. Ты очень много о себе не рассказывала, но ты показала, что ты очень опасный человек. Тебе надо в бейсбол идти. Итак, финал, которого мы ждали, как первый волос ждет на груди 13-летний подросток. Если такая метафора вам не подходит, то этот раунд мы ждали как такси на 30-градусном морозе. Выбирайте сами время тратить... Свои секунды отправляются наши участники. И кого-то из вас, дорогие зрители, сделаем гораздо, 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 гораздо богаче. Отлично. Я уже ничего ему не даю. Объясню все поподробнее. Займите место рядом со своими подиумами. По моему сигналу вы стартуете к сейфам и забираете оттуда столько слитков, сколько сможете донести до своих... кубиков. Подиумов, пьедесталов. У каждого из вас будет свой звуковой сигнал, который означает, что ваше время закончилось. Как только сигнал прозвучал, открывать новые сейфы. Подиумы. Нельзя. И можно донести только то, что у вас в руках. Так точно. Все понятно. Марина, для тебя народный сигнал. Ты участвовала... В одном из сейфов должна быть валерьянка, ребят. Вот так, кстати, звучит и кардиостимулятор Марины Федункив. Магомед! Тоже народная? Для тебя зов гор, пожалуйста. Зов гор и автомобилей. Забыл добавить. Тося, я люблю слушать, как бахают стрелы. Для тебя такой звук. А это мы стартуем на этом? Это мы стартуем на эти сигналы? Нет, ой, как хорошо. На этих сигналах вы заканчиваете. Стартуете вы одновременно. Без звука? Звук будет мой. Звук будет такой. Вы готовы? Так себе звук. Да. Он съел эту... Мышь. Тропонессу. А где она, кстати? Отрыжка. Выдала. Элегантно. Жалко, нельзя забирать секунды, Марина. Итак, мы начинаем через 3, 2, 1. Поехали. Время пошло. У каждого есть свое время. У Марины Федункив 86 секунд. У Маги 70 секунд. И у Тоси Чайкиной 40 секунд. Это вашему сооружению. Русская женщина Марина Федункив. О, Тося Чайкина уже с огромным призом прибежала сюда, но это еще только самое начало. У каждого из вас есть возможность принести все, что есть. Не все сейфы наполнены призами и нашими великолепными слитками. Мага, действуй, но
огромные призы. Итак, это звук Тоси Чайкиной. Ты, Тося, можешь донести все то, что у тебя в руках. Браво! 40 секунд прошло, значит, остается совсем немного. И у Маги, ведь у него 70 секунд. И у... Это от моей машины. И у Марины Федункив. У нее больше всего. У нее 86 секунд. Марина, как ты быстро бегаешь. А без золотых слитков ты еле плетешься. А с ними ты просто... Как чего это веселая побегушка. Все! Мага, это все. Хорошо, тоже считается наша веселая стремянка. Марина Федункив действует. И давай, Марина, крути, крути, Мариночка. Давай, мы верим в тебя. Так, еще успеваешь. Молодец, молодец. Молодец. Серьезно? Открытая рана. Сильно ударилась, правда. Приложи, пройдет. Так. Да, золото лечит. Деньги, они сразу лечат. Поверьте мне. Поверьте мне и Мэджику Джонсону. Деньги лечат. Итак, время было у Тоси 40 секунд. У Маги были 70 секунд. И больше всего было у Марины Федункив. Но мы посмотрим, как же наши участники справились с такими огромными деньжищами. Кто за время сумел получить большее количество и денег, и бонусов для наших дорогих зрителей? Узнаем это прямо сейчас. Итак, с кого мы начнем подсчет? Так, Магомед. Да. Я здесь. Все. Все? Все. Собрали? Все. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ух ты, смотрите-ка. Дирижабль. Да. Мага, смотри, вот там. Да. Сейчас как кошка, знаешь, как... След такой. А два я съел, понятно? Мы умеем ждать. Мы умеем ждать. Срыгнула. Итак, слитка. Сейчас мы подсчитаем, какой же у нас сегодня призовой фонд и какие в финале рубли и бонус отправляются вам. И расскажем, что это за сумма через секунду. Пэус! Тося, ты тоже, пожалуйста. Пэус. Пэус! Да, все. Мага, тебе не надо. Пожалуйста. Марина Федункив. 6 призов по 5000 рублей и 12 призов по 10 тысяч бонусов. Тося, 6 призов по 5000 рублей. Один приз 100 тысяч рублей. И 20 призов по 10 тысяч бонусов. Магомед. Итак, 10 призов по 10 тысяч рублей. Да. И 10 призов по 10 тысяч бонусов. Бонусов. Дайте 5. А это значит, что в следующем выпуске у нас переходит следующая сумма. 2 миллиона 480 тысяч рублей. Это будет наш главный суперприз. Сколько? 2 миллиона? Где они? Очень хреновый актер. Они еще здесь? Эти 2 миллиона здесь? Они вокруг меня? Да, они вокруг тебя. Марина, принеси валерьяну. Я не боюсь тебя трогать. Это великолепный результат. У нас в наших сейфах еще был суперприз. И я должен показать вам, где был 1 780 000 рублей. Можно я одну попытку сделаю? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Это я может там, легко... где я выломала дверь? Нет? Я очень легко покажу. Ладно, не в карманах. Я думал, в кармане. Ну что ж, вы готовы? Да. Одну секундочку. Ну что, вы готовы? Получается... А так удобно тебе, Мага? Сейчас и у тебя будет меньше становиться денег. Не-не-не, я смогу. О! Нашел? Вот он здесь. 1 780 000 рублей. Достается... Не просто. Никому. Вам, но, наверное, в следующем выпуске. Потому что они... не потратили всю свою энергию. Ребята, эти денежки сегодня мы не разыграли, но они идут дальше, дальше. Ты высокий, потому что, вот и все. И этот шкафчик очень невзрачно выглядит.
Шкафчик выглядит. Я в таких свое грязное белье храню. Стираю. Так, 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 кто сказал Борис Обинго? А, это был я. Хорошо. Итак, дорогие друзья, меня зовут Борис Обинго, и сегодня в нашем великолепном шоу принимали участие прекрасная, уморительная Марина Федунки, которая помогала вам зарабатывать призы и бонусы. Браво! Магомед Муртазалиев! Великолепный, самый смешной человек на Земле. И талантливая, яркая и очень крутая Тося Чайкина! И мои операторы, подожди. Рауль и Джонни Джонс. А тебя можно объявить тоже? Да, пожалуйста. И наш незаменимый, крутой, молодец, Бинго-Бонго. Молодец. Борис Обинго. Да. Всем большое спасибо, чао, пока. Тоже сделайте. Мы не можем так делать. Уже. Что, серьезно, это зрителям? А кто молодец? А тот, кто не только посмотрел шоу, но и проследил за розыгрышем в группе ВКонтакте и на лендинге проекта. И помните, мы приготовили дополнительный розыгрыш, в котором можно выиграть пакет лотерейных билетов сразу в 3 комнаты. На следующий выпуск шоу. Переходите по ссылке. Везет же людям.